Всем привет! Поздравляю всех с Рождеством! Желаю всем здоровья, самое главное здоровья, счастья, любви, исполнения ваших желаний. А у меня, представляете, сегодня исполнилось сразу 3 желания. Мне прислали подарки. Ну, не только мне и Виктору, конечно, но я так говорю от своего лица. Буду показывать вам, какие мы получили посылки, подарки по мере их поступления. Первый подарок мы получили от нашей подписчицы из Клайпеды, от Ирины. Давайте вместе посмотрим, что подарила Ирина нам. Ира уже не первый раз дарит подарочки. Ну, вот есть такие подписчики, которые нас очень и очень балуют. Скраб для тела апельсиновый. Пока я его еще не открывала. Жду, когда в Литве откроются спа-центры. И тогда можно будет пойти в баню и использовать скраб этот. Тут много-много всяких мелочей. Крем гидробаланс для ног. Надо ухаживать не только за лицом и за руками, но и за ножками надо ухаживать. Вот какой маленький крем. Скорее всего, он очень-очень эффективный. Обычно, чем меньше крем, тем он более эффективен. Так, тут еще есть сладкий подарок. Сладкий подарок. Конфеты. Мерси. Знаете, как мерси переводится? Спасибо. Ирина, большое вам спасибо. И еще такой набор. Ритуал от счастливого Будды. Называется фирма. Что там, интересно, счастливый Будда предлагает? А как? Не могу открыть. Откройте мне, помогите мне открыть. Счастливый Будда. Оп. Что-то очень интересное. Масло для тела и гель для тела. Как вкусно пахнет. Интересно, как пахнет масло. У масла другой вкус. Гель вкуснее пахнет. Как только откроются спа-салоны и бани, все, сразу едем в баню. Это подарок был от Ирины из Клайпеды. Большое-большое, Ирина, вам спасибо. Второй подарок. Это тоже от наших подписчиков из Клайпеды. Привез курьер. Представляете? Такой прям, как от Деда Мороза. Большой мешок Merry Christmas. Сейчас я буду доставать, что там. Когда мы увидели эту бутылку, мы подумали, что там какое-нибудь вино или виски. Как вы думаете, что там? Раз, два, три? Нет, не угадали. Не шампанское, нет. Там красивая бутылочка оливкового масла. Масло испанское. Эль Года. Очень ароматная свеча, очень ароматная. Я ее не могу открыть. Я уже хотела ее открыть сразу, когда принес курьер, но она не открывается. Я не знаю, как на нее посмотреть. Или рвать надо. Сейчас я разорву вместе с вами и покажу вам. Ой! Неужели так упаковывать? Вот так надо рвать. Говорят, что все подарки, когда вам дарят, если красиво упаковано, то надо разрывать. Ого, какая свечка! Называется «Вечер на взморье». Аромат у нее лимон, имбирь, бергамот, апельсин, японская слива, фрукты из сада. Ну, аромат вообще бесподобный. Вот сегодня вечером я ее и зажгу. Большое спасибо. Подписчицу зовут Алина. У нее очень большая семья. Спасибо, Алина, тебе за внимание. Но это еще не все от Алины. Это еще не все. Ой! L'Oréal набор. Тушь и жидкость для снятия лака. Это мне. Угу, спасибо. Еще один набор. А это набор Виктору. Дезодорант и шампунь. И третий наш подарок. Он очень-очень долго шел.
летел, плыл по воде, не знаю какими путями, целых 22 дня из Шотландии, Эдинбург. В этом городе живет наша подписчица Татьяна. Когда-то она жила в Клайпеде, сейчас живет в Шотландии. Я знаю, что там, но мы вместе откроем и посмотрим. Хочу вам показать, какая красивая марка, не майка, а марка. Видите, сама королева на марке. А здесь Merry Christmas, и Татьяна написала Оля и Виктор. Мне очень нравится марка. Надо будет, наверное, ее вырезать. Королева, сама королева приехала к нам. Как всегда, когда запаковывают на почте, открыть тяжело, потому что они делают это добросовестно, доброкачественно. Так, самое главное, королеву не порвать. Открываю. Открываю. Ух ты! Как там красиво еще что-то внутри. Это просто... Вот, смотрите. О, печать. А что на печати? О, на печати корона. Корона на печати. Маленькая открыточка. Оле и Виктору с большим приветом из Шотландии. О, спасибо. Даже не буду открывать. Надо дальше открывать, мне жалко рвать. Но говорят, что подарки надо рвать. Я это и сделаю, порву. Порву и посмотрю. Еще одно письмо. Здесь уже снежинка. Здесь уже снежинка. Написано «Виктор и Оля». Так если я буду открывать, она порвется, это штемпель этот. Ну что сделать, надо открывать. Такие две собачки. From both of Chuck Christmas. Ну, по-английски я это не прочитаю все, а по-русски внутри. Виктор и Оля, поздравляем вас с Рождеством и с Новым годом. Желаем вам много успеха в новом году, здоровья и счастья. Также желаю вам много новых, хороших и добрых подписчиков. С уважением, Таня и Джеймс. To Victor and Оля. Таня and Джеймс. Вот такое поздравление нам из Шотландии с двумя такими собачками шотландскими. Они одеты в национальную одежду. А теперь сам подарок. Я вам расскажу историю этого подарка. Это календарь. Татьяна мне написала: «Оля, я гуляла по Эдинбургу и подумала про вас, что вам надо выслать календарь с видами этого города». Так вот, Татьяна купила этот календарь, и теперь у нас весь год с нами будет Эдинбург. Упаковано все очень-очень качественно, тщательно. Каждый месяц, скорее всего, будет разный. Сейчас посмотрим. Как, что тут? Так. А, так видите, как интересно? Он еще с сентября 2020 года, этот календарь был. И здесь будут виды. О, январь! Обожаю вот такие календари, где есть место, чтобы можно было что-то написать. Допустим, если планируешь что-то, всегда можно написать там «Визит к врачу», «Придут гости», «Стрим», «Новое видео выйдет». В январе будет у нас такая собачка. В феврале будет вот такой вид. В марте будет вот такой вид. Апрель, май, июнь. О, это красивая улица. И обязательно вот такие телефонные будки. Август.
Октябрь, очень красивый октябрь, ноябрь. Вот такой красивый декабрь будет, закат или восход. И здесь так все красочно. Вот и закончится 21-й год. Представляете, как быстро в моих руках. На самом деле мы его проживем долго, очень долго. Я надеюсь, что следующий год, 21-й, будет намного лучше, чем 20-й. Вы знаете, когда мы начинали канал, я не думала, что дойдет до того, что будут присылать подарки. Очень приятно. На самом деле, очень приятно. Мне вообще, когда я получила первую посылку из Таллина, было прям до слез, потому что, ну кто мы? Мы просто люди, которые снимаем для вас какие-то видео и показываем разные страны и города. Большое спасибо, девочки, вам. Ира, Алина, Таня, за внимание, за то, что вы оценили наш труд. Мы будем стараться и дальше вам показывать разные страны по мере того, как будут открывать какие-то страны и города. Поедем обязательно и что-то снимем лично для вас, лично для каждого, кто смотрит это видео. Надеюсь, вам также понравились подарки, как и мне. Прям вот так на душе, прям так приятно, очень приятно. Все, всех обнимаю, целую, пока-пока.